Дефибриллятор быстро. Ты что здесь делаешь? Ну-ка, вон отсюда. Лера, я сказал, убирайся отсюда, вон. Набирай. Разряд. Еще разряд. Перелистав страницы, перечитав обрывки фраз, может, все это снится, может быть, это не написанный рассказ. Я не могу сейчас понять его сюжет, и смысла в этих строках больше нет. Не без тебя желаний, не больше радости и слез. Все, что случилось с нами, было то в шутку, то всерьез. Но каждый раз бриллиантами из глаз скользит любовь моя. Любимый, я прошу тебя, остановись. Для чего тогда, скажи мне, жизнь? Я не успела насладиться нежностью твоей. С каждым мигом боль сильней. Прочитать мы не смогли историю любви. Остановись на краю у бездны. Прошу тебя, вернись, мне нужна любовь твоя, не отпускай меня. Знаешь, мне очень трудно перевернуть последний лист. Знаешь, что там он будет, просто пустым он чит, как первый зимний снег. И стрелок быстрый бег застынет на часах. Я не могу поверить, что нельзя все изменить, исправить, переписать опять с нуля. Я не могу поставить точку на этом месте. И любовь моя почти история о том, что не сбылось, не получилось, не срослось. Остановись, для чего тогда, скажи мне, жизнь? С каждым мигом боль сильней. Прочитать мы не смогли историю любви. Остановись на краю у бездны, моя жизнь. Всего лишь шаг, и я уже лечу куда-то вниз. Я прошу тебя, вернись, мне нужна любовь твоя, не отпускай.